Хорошая рассада – залог получения в будущем обильного и качественного урожая. Чтобы она выросла здоровой, крепкой и не вытягивалась, молодым росткам необходимо вносить подкормки. Сегодня мы расскажем о дешевом фармацевтическом средстве, которое поможет в этом нелегком деле. Янтарная кислота уже давно стала постоянным компонентом садоводческой аптечки. Этот препарат очень полезен растениям, особенно на первоначальных стадиях их развития. Янтарная кислота способна улучшить микрофлору почвы, простимулировать рост, помочь восстановиться после стрессов, вызванных пикировкой, пересадкой или резким изменением температур, реанимировать после недостатка влаги или освещения, укрепить иммунитет. Данный препарат не содержит химикатов, а значит подкормки на его основе являются экологически чистыми удобрениями. Янтарную кислоту продают в таблетках или в порошке. Для приготовления питательных растворов удобнее всего использовать именно таблетированную форму. Итак, для полива рассады под корень нам понадобится следующая подкормка. Две таблетки янтарной кислоты измельчаем и заливаем 100 мл горячей воды. Когда средство полностью растворится, доливаем еще 900 мл чистой воды комнатной температуры и хорошо перемешиваем. Для опрыскивания по листу требуется другая дозировка. Всего одна таблетка препарата на 1 литр воды. Способ разведения остается тот же. Подобное удобрение необходимо дать рассаде после пикировки и за 5-7 дней до высадки в грунт. Приобретая товары по нашим ссылкам в магазинах наших партнеров, вы получаете лучшую цену и помогаете развитию канала. Переходите по ссылкам в описании и заказывайте все необходимое. Стараемся и работаем для вас.